Света музыкальному фонтану на центральной площади города Артема быть. Напомним, за этот объект благоустройства в прошлом году отдали свои голоса более 10 тысяч артемовцев. Его строительство финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина. Уже неоднократно и Вячеслав Васильевич, глава Артемовского городского округа, озвучивал данные планы. Это обустройство на площади Ленина, города Артема, фонтана. Помимо этого, ну, это как этапный, да, вот развитие нашей площади Ленина в целом в комплексе. То есть на 2024 год у нас запланирована установка фонтана. 3, 2, 1, пусть! Вот так во Владивостоке открывали фонтан на площади борцам за власть Советов. Вопреки ожиданиям скептиков, фонтан получился очень красивым. И туристы первым делом рассылают по миру видео «Это чудо инженерной мысли». Теперь в самом сердце Артема появится своя точка притяжения и объект, радующий взгляд, притягивающий горожан и гостей города. Правда, во Владивостоке он круглый, а наш будет прямоугольный, сухой, пешеходный, гранитный, светомузыкальный, как в столице ДФО. Его строительство станет третьим этапом благоустройства площади Ленина в Артеме. Администрация Артемовского городского округа уже заключила муниципальный контракт с подрядчиком, определив виды работ. В апреле специалисты начнут вынос коммуникаций из зоны размещения фонтана. Далее строителям предстоят земляные и бетонные работы по установке чаши будущего фонтана. Четвертым этапом на центральной площади планируется заменить существующее покрытие, устроить место для размещения нестационарных торговых объектов, модульного туалета, малых архитектурных форм. В обязательном порядке необходимо обустроить территорию для парковки автомобилей, устроить освещение, видеонаблюдение, озеленение. Реализация всех этих работ – один из четырех проектов, которые будут предложены артемовцам для онлайн-голосования в марте. Проект-победитель этого года, по аналогии, будет реализован в следующем году. Пока же артемовцев волнует, куда девать автомобили, если площадь перестанет быть парковкой. Администрация города этот вопрос решает. Когда начнутся работы, то припарковать машину можно будет вдоль улицы Фрунзе по нечетной стороне от разворотного кольца до дома 73, на площадке дома номер 7/2 по улице площадь Ленина до русла реки Озерные Ключи. С учетом этих участков количество парковочных мест в районе центральной площади увеличится в 1,5 раза. Кроме того, за Дворцом культуры у угольщиков обустроена новая парковка более чем на 200 машиномест. В будущем будет рассмотрена возможность оборудовать большую парковку на центральной автобусной остановке, а сам транспортный узел перенести в другое место. Виктория Летита, Иван Петров, Даниил Коровченко, телеканал «Лента».